Если подарок, по-моему, мед, это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Но мед – это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А мед? Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. Вполне. Хотела бы мне. Пока.